Привет, друзья, с вами Rush Narinzuk, и это онлайн мясо по игре Super Street Fighter 4. И сегодня с нами играют Ivory Chain, X-Destroyer, Аванес Оганесян. Ну и, в принципе, пока все. А если кто-то захочет зайти, они зайдут в нашу комнату. И мы начинаем. Yeah. Че, с Ivory мы побьем? А мы с тобой не бились в турнире-то, да? Ой, да. Так, кого взять-то? Где этот? Где Фей Лонг? Вот он. В каждой игре есть персонаж, который содран с Брюса Ли, и в этой игре это Фей Лонг. О, опять какая-то красивая арена. О, да, реально, видишь, почти лицом похож. Ну, там и техника у нее такая же, типа. There is no way you could ever knock me out. Он типа тоже актер там. Только я у него прием, кстати, не помню нифига. Только урю помню. А я даже не знаю. Ай, ай, ай! Ай! Ой! Да, дай прием, да вспомнить! Душ! Да, я помню, я им плохо играл. Зачем же выбрал тогда? Ну просто для красоты, для разнообразия. Как у них прием делают? Ай! Да хватит, блин, это ногой размахивает. Это, тебя от носков там что-то тащит, видать, запашок. Фиолетовый. Фу! Даже не могу ничего сделать. Какой-то, что говорить, уж абультра какой-то. Абультри, если он, не знаю, как обычный какой-нибудь спецприем сделать. Попрыгивай, ептыть! Если б не этот удар. Да. Вот у нее голос прокурен. И угорает под тобой. Ага. Во! Ой! Ну-ну-ну-ну! Подожди! Ну что? Ай, зудать! Это что-то не получается, этот удар тут с этой крестовиной, блин, я уже даже аналог начал играть. А-а-а, я сейчас сдохну. Что ты начал делать? И аналог теперь начал играть, крестовины неудобно. Все, короче, меня уделали просто жестко. Надо было рю брать. Везет, да? Кстати, не забудьте поменять персонажа. Конечно. А я могу за свою кису играть. Правила, один раз можешь, пока не выиграешь у кого-нибудь. Да, ты готов получать люлей? Так. Да, от этих всех персов изучить, это сколько времени надо потратить. Не знаю, это много. Будто игры. Во, это что такое? Ты кого взял-то? Это он Рю взял, злого. Злой Рю, а я думал он только в дополнении понес. Тут все доступно, вообще все. Ну да, тут дополнение. Не-не, дополнение-то новое продается. Оно в нем. Вот эта игра не включает то последнее дополнение. Так, что такое? Что-то подвесон какой-то. А, меня выкинуло, походу. Эй! Что такое? Кто-то вышел. Что-то нас обратно в меню кинуло. А, тут бывают такие лаги. Ладно, сейчас в Mortal Kombat лаги сильнее. Да, там же они на новые серваки перешли. Да, там просто жесть сейчас. Я даже там не могу создать режим этот, царь горы. Да. А так кто-то со мной не хочет, МК играть. Кто не хочет с тобой? Да что опять происходит?
Что-то у вас какой-то. Короче, за этого злого. И, короче, нельзя, да, наверное, что-то тут брать. У вас, походу, какой-то дисконнект между собой. Да нет, что второй раз подряд. Попробуйте разных персонажей другого там. Берегут темного, какого-то обычного, например. Потом вот били вот так. А причем сейчас нас опять, наверное, тут же там. А, нет, другая. Этот Халсим, и этот как его. Не знаю даже кто это на самом деле. Йога. Демон какой-то. Уни. Зеленый который. Да что такое-то? Оп, Марио. Ну. А я его уже видел, настройки-то там сзади показывали. А чё за фигня-то? Чё-то из-за режима просмотра, короче, ну вот этого. Не знаю. Давайте кто-нибудь скинется, ну то есть там же можно, ну, перейти, очередь свою сбить. Как это сделать-то? Я мог. О, чё это? Айвори вышел, походу. Чё, нам сойти с ним драться? Ну деритесь, да, сейчас с ним, а Айвори потом перезайдет. Просто это, скорее всего, что-то у вас какой-то у них. Между собой какой-то дисконнект. У него коннект какой-то слабый. Опять его даже показывает. А, вот теперь коннект. Нормально, вот теперь нормально, вот теперь мне показывает, что нормальный коннект. А у меня не наоборот. У тебя, не у тебя. Смотри, не сейчас вообще раньше времени ожидания было. Как Дестери. Вот у него коннект. Да, хорошо. Я его ожидаю. Он меня опять в ресторан поведут. Главное, чтобы получилось побиться. Маленький, кто не должен играть. Ничего себе, он стрёмный. О, вроде что-то начинается. О, кто-то еще присоединился. А, может из-за этого был дисконнект, то что кто-то пытался войти и не получалось. О, все нормально. О, попёрло, короче, тёмный Рю против девочки. Дестройер, ты приём-то знаешь? А, знаешь, да. Вот Аванес так же приём, как у Дестройера делают у твоей девочки. Во, видел, что ты сделал? А, это он знает приём. Ой-ой-ой. Давай, давай, промазал. А чё у него за дырка в теле, интересно? И тут, как, наверное, сюжетом объясняется. А сюжет тут нету. Не, а чё тут мультики не показывают, что ли, когда проходишь карьеру? А, ну мультики показывают. Но... Показывают, понемногу, по-моему. Ух ты. Ух ты. Так, что-то надо. Сейчас посмотрим, если что, там в конфу закинете, если там кто пришёл новенький. Ой, я тупанул и сел. А, да, к нам кто-то зашел. Молчаливых мы не любим. Чего нас? Вот это надо убить. Блин, это тут труп, да? Все, Ванес, тебя, по-моему, нагнули. Полностью. Да, это ультраудары. Знал, блин, как все. Или это только первый раунд? Нет. А, да, это... Второй. Давай, давай, Колян. Блин. Давай, Ванес. Ух ты. Ванес, кому? Ничего себе. Ух ты. Сипука его получил. Вот делай сипуку почаще. Прыгай! Точнее, надо было, наверное, блок ставить. Про удары, когда ты не знаешь, как их дефект, да, делать. Да, это вот это, да. Это фигово. Предлагаю ввести правил, не использовать суперудара. Да не, пофиг. Ну это вообще... Зато на равне все будем драться. Можно всех персов брать любых, которых ты не знаешь. Да пофигу на эти суперудары. Чё-то я никого не вижу, кто зашёл-то, вы говорите. Кто-то в нашу комнату. Не знаю, чувак какой-то. А, ну в комнату вы не надо, чтобы кто там сидел в этом выглядит. А, не-не-не, он в Street Fighter играет, я ему скинул приглашение, а он что-то не присоединяет. А-а-а. А он в меню, пускай заходит, пригласит. Ну ладно, мы пока начинаем драться. Что? Что это было? Это, наверное, что говорил.
Вот это чувака, да. А вот этот трюк, а я... Ты говорил. Я помню, что это я говорил. У тебя... Это у кого-то эхо было от меня. Кто говорил? Сам. Походу это Kinect. Через Kinect, да, походу. Ой, если... Друг, отключи звук, пожалуйста, у себя, а то эхо идет к нам страшное. О, человек на ролик. Роллер-бой. Да не, ну ты че, ой, бой. Ребят, вы с конфы тогда выключите его, нафиг. Выруби микрофон, кстати, что-то эхо вообще. А, о, внизу у него тоже вот всякие приемы, которые у Рэй есть. Да-да, я знаю. Да вы чё? А Ванес, это, убери его у нас из этого, из команды. Я вообще никого не слышу. Ого, Всё. Я проигрываю из-за этого, блин. Из-за этих звуков посторонних. Я его, короче, убрал. Ну ладно, поиграть молча, если что. Как-то вообще жестко бьет. Да, я вообще никак не слышу. Да. Да что ты? Вы! Чё себе? Иди сюда, давай, подходи. Подходи, дестройер, давай. А чё это за чувачок? Вот что я сделал. Да он тебя взял мою кисть. Чё, можешь, в следующий раз тоже можешь взять. Если ты победишь, то тогда ты не можешь взять. А если я задам? Ой! Мне можно её брать? Ай, блин! Пенсионный телефон, ты не выкинул. Все, меня завалили. Ну да, он жесткий. Что-то дестройер разошелся. Вообще гад. Своим роллер-боем. Айвори, у меня с тобой коннект показывает очень плохо. Меня с тобой показывает плохой. Отличный. А у меня сейчас с тобой плохой показывает. Короче, у вас между собой плохой коннект. Ну да, видимо, да. Это вся причина. Дестройер, то чувака на роликах, то этого злого. Ему надо запрещать таких бойцов брать. Так, я чувствую, дисконнект у вас сейчас опять будет, да? Нет. Да. Походу у меня только с ним такая фигня происходит. Да, видимо. Видимо, так и есть. Ну жесть. Где он? Да. А где? А у меня вообще коннект у всех хороший показан. Я тоже у всех хороший. Это может там с Васьком выйти, потом будет с дестройером. Да нет. Да не-не-не, стой, подожди. Да, он просто пропустит. Ну давайте. Я тогда тоже надо сделать, когда ты побуляешь. В Mortal Kombat я так полагаю, что подозреваю, что когда такие вещи, вот когда у кого-то плохой коннект, просто кого-то выкинут из комнаты сразу. Я взял себе такой. Она же нормально в этом было. В турнире-то когда играли? Да. Ну вот хрен знает, как тут все работает. Вроде прогрузилось, ладно. Сейчас глаза там не прогрузились. Ух ты какая. Это как там ее зовут? Кенни? А у этого еще руки длинные с ногами. Вот он какой крутой-то. Хотя это русская арена. Это Зангиева арена. Да что ты стоишь на месте? Ребят, заметьте, что вокруг все в одежде в зимней, а вы голые тут прыгаете. Мои кисти пофиг.
Она свою киску не отморозит? А ей уже ничего не страшно. Она уже отмороженная. Да, видишь, как она. Здесь редко. Это, наверное, подружка Гуайла, американская богиня. Спецназ. Под поезд нельзя швырнуть кого-то? Вот, под поезд поехал. Это не Джей. Да, прогиба тебя. О, вот это зажег. Трэш штучки. Да что ты? О, вот это удар. Как ты это делаешь? Расскажи нам тайну. Получил от Аванеза. Ты связался с моей кишей. Нет, это она связалась с тобой. А эта же девка, наверное, была в фильме Street Fighter, там еще Кайли Минок ее играл вроде как. Это, наверное, она. Че, уже я дерусь? Ну давайте. Я не помню. Ну древний фильм-то был с Ван Даммом. А, это который, как там, смертельный бой, что-то такое называется. А, или мне нельзя. Уличный боец. Нельзя ее было брать. Кикнуть его. Сейчас я укикну ногой по морде. Блин, у меня была книжечка с приемами Street Fighter 4, там мне приходилось их учить. Коллекционер, смотри, какая моя. Вот это тело. Казакиса такая. О, нифига ты. Нифига Джеки Чана развезло, да? Такиса какая-то одна. Полотенце наш, блин. Понял. Блин, мне реально хочется бочки схватить и бросить после Injustice. Бери Марио, пускай трубы чинит. А, ух, нифига себе. Ну блин, ну что такое? Эта девка, блин, мочит меня. Как этим Хондой мочить-то, а? Видишь, как она сальто делает. Я уж сальто так сальто. Ой, Марио что-то устал, смотрите, упал. Марио, блок, вызовите срочно скорую. Ух ты. А Ванес, что стоишь, вызывай скорую. О, она ж упал, смотри, в судорогах есть. Его реакция. Нифига себе. Это серьезно. Так вот. Оу. Убил мою кису. Один-один. Там вон. Смотри на мои трусы. Красные. Красные труселя. Оу. Оу. Кик-кик. На, о, обнимемся. Детка. Давай помаленьче. Ай-яй-яй! Как же ты так? Обнимашься. Ох, нифига себе! Есть! Я нашел удар, который делается одной кнопкой. Блин, как бы стройка там не рухнула. А чё, кика за тебя? За спам. Дестройер! Звонит. Так, ну что там с дестройером-то? О, а что такое? Дудли какой-то или такой? Боксер какой-то? Такого бойца не знаю. О, нет.
Ой, боксер. У тебя пропал с ним. Ирландец. Наверное. Один боксер-то уже есть, а вот какой-то, да. А погодите, а у вас все норм? Да. А у меня сейчас дело выкинуло, короче. Я не могу смотреть, как вы деретесь, я сейчас в лобби. Ну понятно, бывает. Лучше этого не видеть, меня тут просто нагибают жестко. Да что ж ты, мать! О! Ух ты, мощно меня ударил. Конец. Ой-ой-ой-ой-ой! Во! Блин, что ты? Ничего так, не вот он. Во-во-во! Что ты имеешь против бокса, демон? Не-не-не-не-не-не-не-не! С локтя словил. Фу, 1-1. Ну что ты? Тебя тут комментарии можно писать. Да, там комментарии можно писать, да, там чат-комната должна быть. Которые есть комментарии можно. А, фразы готовые. Да, вроде нормально играем сейчас. Это блейкинг. Ну! Да, чёрт! Блин! В последнем издыхании. Вот я так еще взял. Так, ребята, сейчас последний бой сегодняшней серии. И на этом серия завершится. Так, у нас Аванес против Дестройера, если, конечно, у вас сейчас получится сконнектиться. А я вышел специально, чтобы он сыграл. Так что должен сказать. Кища, блин. Бонусного боя не будет. Просто... Европа! Так. Так, прокатило. Так, Кен против девки с телефоном. Он говорит, типа, гони мне мобилу. В ночном клубе все дело происходит. Слушайте, европейский ночной клуб, где бородатые бабы? Я не вижу бородатых баб. Ну, о, красава. Аванес правильно сделал. А он играет за бабу? Ну да, я понял. Не отдал телефон, я имею в виду. Во-во, опять. У него, кстати, прием у этой бабы уже похожий, что до этого он брал бабу. Она, по-моему, пленкой бить еще может как-то.
косой. Зэк какой-то есть. Зэк? Так, 1-0 в пользу дестройера. Давай, давай, Аванес. Конец. Сделай под конец всем радостно. Победи дестройера. Ой, сейчас ты нарвался просто. Да. Ну что ж, друзья, на этом данная серия завершается. Пишите в комментариях, нравится ли вам мясо по игре Super Street Fighter 4. И, возможно, мы в следующий раз соберем больше игроков, потренируемся, все такое. Вот. Ну, на этом у нас все. До новых встреч. Блин, у нас какой-то...